Там много вопросов. Ну, это определенный ответов взгляд, на вопросы. Это определенный взгляд. Так, смотрите, мы, с другой стороны, научный трактат. Это наука все-таки. Вторая часть наших посиделок. Да, наших посиделок. Кто разрешал брать смартфон? Мы задаем вопросы друг другу. Любые вопросы. Значит, кто нас задавал? Запись пошла. Иван, да. Я задавал. Рустем задал вопрос. А можно резюме? Потом. А ты говоришь, Иван, ему задай. А мы про какие-то там эти... Не глузки, товарищи, мы не зайти как положено. Можно, нет. А мы традиционно придумываем вместе идею, да? Да, мы вместе идею придумываем. Можно, нет? Ты кто, заткнись. Давай, Влад. Попарился? Стал вышел. Нет, кто хочет задать вопрос? Кроме Рустема и Ивана. Кроме тотальной Башкирина. Да нет, он русский. Меня Башкирина не перекрашивает. А, нет. А, Болтёв, да. Можно задать вопрос. Ты башкир? Нет. Свой вопрос задал. Можно вопрос задать. Ты башкир? Ты башкир. А он уже задал. Я не башкир. Точка. Исчерпан. Давай. Хочешь задать вопрос? Нет, как это понравилась картинка в интернете. Парень с девушкой, она ему говорит: я не посудомойка, я не кухарка. Что ж ты за хрень неведомая? Так что. Чего? Серьезные темы здесь. Сколько лет ты хочешь прожить? Как ты хочешь прожить? Надо. Расслабься. Надо увеличивать градус. Куда уже увеличивать-то? Это было ну, да. Я бы какой куда вопрос? Катится мир? Это было на том занятии. Это на том занятии. Да? Ты прогулял. А меня не было. Извини. И ты прогулял. А тебя не было. 2 балла. Так, ну что, переходим к проверке домашнего задания. Ну да. Ну, мне понравилось, как вот Иван чай заваривает. Прям хотелось бы выразить ему благодарность. А, второй вопрос. А хотелось бы ему его? Принимать. Нет. Он... Роман Георгиевич. Да, тот чай тоже был хороший. Нет, не тот чай тоже не хороший. А правдивый ответ. Хотелось бы самого. На самом деле, Леха, я думал, он будет. Ты же мне сказал, когда приехал, ты мне сказал, так, вот термос у меня. Я думал, ты уже все сделал. А ты все. Я думал, ты уже все сделал. Но когда ты мне сказал... Потом, что нет, я все-таки не поеду, меня это вообще, блядь. Вот я вам удивился, когда ты мне на мой вопрос ответил нет. Я думал, ты примерно так же, как Леша, сейчас ответишь. Мягко, да? Да, мягко. А сразу нет, как-то по-татарски ответил. Давай по-еврейски уже. Ну вот он тебе и ответил. Получи. Не, мы все снимаем? Да, конечно, снимаем. А, вот. Хотелось бы не то, что спрашивать. Мы конкретно, у нас тема дня. Вопрос. Не отвлекайся. Выхожу с бани, морда красная. Вопрос. Да нет. Вот Ваня говорит, что он стал молодым тренером. Мы все так переглянулись. Где Ваня и где тренер? И где молодость? Где молодость? Вот это вопрос. Что такое молодость? Слушай, у вас чуть еще потеряно, е-мое. Ладно, тренер. Но я тоже вот хотел там людям помощь там оказывать в труды этой. Ну, в принципе, я оказываю, и за это мне деньги там платят, по большому счету. Ты давай жариться будешь или вопрос задавать? Консультации. Так это вот он реклама. Обращайтесь. Корпоративы, свадьбы. 8-905. Да, киносвадьбы, да. Я снимаю свой вопрос. С поездки дня. Пойдем книжки смотреть. Где там мой? Кого скрывает? Книжки пойдем, да. Кстати, Алексей, вот все ясно, вы перевели. Я не башкирин, но мед у меня башкирский. Вот откуда, почему у нас в голове появилась эта вот навязчивая идея. Вот про Башкирию. Ладно, с Владом все понятно. С тобой понятно. Крест. Так, ты заткнись. С тобой все понятно. Кто еще хочет задать? Я остался на пасашок. Леша,
Не, подожди, а Владу что, лишили слова? Да. Ну, он никак не хочет. Он не соберется. Он не готов. Он все, ему все смешки, да, смешочки. Да, да, да. Серьезности нет в нашей теме. Оно упадает. Начали нормально. Нормальный вопрос Иван задал. Все, нормальный был ответ. Что началось вообще? Сатарин немножко похуже. Хороший вопрос задал, очень хороший. И подтвердил это наш эксперт, понимаешь? 8905. А дальше пошло. Я, кстати, принес визитки. Что бы ты хотел узнать от нас? Вот задай нам какие-то вопросы. Хороший вопрос задай, один, чтобы узнать. Хорошо. Можешь каждому поделиться. Правда. Ну, мы же все мужчины. Вопрос. Однозначно. Женщина. Что это? У кого спрашивают? Где? Женщины. Где? Нет. Сейчас аккуратно. Ты задаешь вопрос от женщины вопрос? Или еще вопрос? Женщина вопрос. Что дать бабушке? Ну, где это твоя? Там есть. В жизни каждого ешь такой? Из нас, так скажем. Жестко? Нет, хорошо. Очень интересный вопрос. Причем он неоднократно назревал в наших беседах различных. Просто у меня болезненная тема. Да, не, он нормальный. Мы, кстати, на эти вопросы говорили. И он, как я прочитал недавно... Можно я жениться пойду? Это плохо, но без женщин никуда, как говорится. Вот. Почему я хочу, вот отвечая на этот вопрос, можно я, так сказать, первый возьму ответ? Женщина в вопросе... А мы даже боимся. Мы вообще боимся. Априори можно. Это наш хардскрайм, да? Ладно, шутка, шутками. А на самом деле, ну, во-первых, женщина, да, что это? Ну, во-первых, это мать, да? Если так вот глобально посмотреть, для меня ассоциация женщина – это мать. Если что касается... Поэтому отсюда все идет. Порой зачастую вот... хочется ассоциировать свою будущую женщину или жену, да, так называемую, с тем, как я ассоциировал, ну, как в виде передо мной свою мать. С Викторией Ефимовной. Ну, там, или с бабушкой, да, и так далее. Вот. Ну, мое такое предположение. Хотя, конечно, сначала первое, что для меня женщина, это, конечно... Виктория Ефимовна. Не, ну, нет. Да, хорошо. Я тоже знаю Викторию Ефимовну. Первое мое впечатление, конечно же, женщина... Это первое плотское такое влечение. Ну, без него никуда, просто. Понимаешь? Дальше начинается, когда уже встает выбор о том, что ты вот плотский и хочешь как бы судьбу свою связать, начинается вопрос о том, что оказывается-то эта женщина не совсем возможно олицетворение твоего вот этого образа. И начинается тут всякая разная мутата. Вот. И что хочу сказать. Вот теперь встает вопрос такой. Принять это или это изменять? Или принять и дальше двигаться? Потому что как бы вот, ну, вот так я выбрал. Поэтому женщина, ну, на сегодняшний день, женщина для меня это, как я сказал, вот, тот человек, с которым я живу, это, конечно, мать моих детей. Человек, который... опять я возвращаюсь, я женщина, путаю, наверное, с понятием жена, совсем не то. Женщина – это человек, все-таки, как мне кажется, не совсем на сегодняшний день, не совсем четко взявший, ну, некую вот, это пошло, мне кажется, вот со времен, сегодня близко 8 марта, со времен вот Клары Цеткин, которая провозгласила некую такую идею, что все-таки женщина может все. И некоторые бывают вещи, которые женщина начинает, потом пошло, помните, там, в космос полететь, может быть, и, так сказать, председателем колхоза и так далее. Все-таки немножко перебор вот в этом. То есть у женщины есть четкая обязанность. Это не закон, это правило. И я с этим вот согласен. То есть что-то женщина, это человеческий организм, который должен выносить плод, родить. Если она станет женой, значит, должна заниматься хозяйством, обеспечивать уют в доме и так далее и тому подобное. Вот что такое женщина. Конечно же, любить мужа. Ну, мы о мужьях сейчас не говорим.
кто такой муж или мужчина. Вот. Вот для меня женщина это вот такой организм живой, который в принципе должен соответствовать своим природным, заложенным природой обязанностям. Что? Деторождение. Вот. Я так. Ну, не перескакивая на жену, да? Потому что жена там, может быть, дополняется какими-то элементами. Потом эта жена может переходить в кого? В бабушку, да? Или в свекровь, или как это, теща. Для тебя жена не может бабушкой стать? Нет, я говорю про женщину. Женщина может переходить из разных состояний, да? Там она может становиться это девушка, подруга, потом стать женой, потом стать бабушкой, тещей, свекровью, прабабушкой и так далее и тому подобное. Разные состояния, разные степени ее вот понимания жизни. Вот мой такой вот вопрос. Ну, то есть ответ. По твоим, ну, то есть твои ответы это я мужик, а ты рожаешь, воспитываешь. Не, не я мужик. Когда я сказал, говорю, что женщина, да. Ты там рот закрой. Не совсем, не, Лёх, не-не-не-не. Не совсем, когда я сказал рот закрой и так далее. Значит, мы сейчас не обсуждаем, кто такой мужчина. Мы говорим, кто такой женщина. Для меня женщина это человек, который рожает который для тебя детей. Рожать детей. Не детей. Для меня, а просто рожать детей должен. И содержит обеспечивать уют в доме. Порядок, значит, взращивать детей, да, своим неким так называемым передачем. При этом рот открывает на тебя или нет? Или... Это другая категория. Ну, хорошо. Это же не женщина. Это другая категория. Это не женщина. Нет, это... В другую плоскость переходит. Хорошо, ладно. Другой предмет. Вопрос, ты хочешь дополнить, задать как бы следующий вопрос. А как должна вести себя женщина по отношению к мужчине, наверное, или к мужу, к своему избранному? Наверное, да. Наверное, так называемая кротость. А что-то подразумевает кротость? Это то, что, помнишь, мы обсуждали, амакосе, доверие. То есть, если я выбираю женщину, а вы, женщина, выбирает мужчину, здесь должно быть доверие. То есть, здесь не может быть уже другого. Если это просто чисто, ну, когда принимается решение о создании семьи. Если это просто чистая плотская утеха, так сказать, да, обняться. Все, я услышал, вот. Можешь дальше не продолжать. Поэтому, если нет доверия, нет смысла даже создавать что-то. Поэтому должно быть четкое доверие. Я выполняю свои функции, ты выполняешь свои функции. Поэтому у женщины есть четко определенные природные функции. Сначала она девушка, она занимается женской работой, становится женой. Он мне рот затыкает. Нет, я всего слышал. Он мне начальник. Он мне. Ты говоришь, хватит. Ладно, все. Извините. Нет, точка очень хорошая, мне понравилась. Кто хочет ответить? Я могу ответить. Конечно. Ты должен. Вообще-то. Так? Да. Давай, Лёха, попожуще. Значит, уточняющий вопрос. Немножко прослушал, да, там, своему стыду. Значит, вопрос звучал, заключается в следующем. Что есть женщина, да, или что есть женщина в твоей жизни, там, ну, там, меня, там, как мужчина, и как? А, ну, женщина-мужчина, наверное, да. Взаимоотношения. Ну, да. Значит, там, полностью поддерживаю Романа. Но хотелось бы немножко расширить. Хотелось бы немножко расширить и углубить, да? Все мы знаем эти расхожие фразы. Значит, на самом деле, да, что лично для меня женщина, что правильно там сказал Роман, это хранительница очага, женщина, родившая мне ребенка, ну и так далее. Вот. Шла мысль, сейчас догоню. Значит, что касается моих личных взаимоотношений с моей супругой, да, первое, что она для меня, да, на сегодня, я к этому пришел, это все-таки опора. То есть опора, да, я там знаю, что я на нее могу опереться, надеюсь, что и она на меня тоже. И вам опасности. Вот. И там она создает дом, и мы туда не хочется возвращаться. Опора – это типа доверие. Доверие. Да, то есть ты передал себя полностью в ее руки. А так же, как и она передала себя полностью в твои руки. Да. Вот это важная часть. Нельзя передать только одного. Вот доверие – это обязательно обоюдная передача
Абсолютно, себя да. в руки другого, и тот передает. Если нету обратной, то все, это недоверие. Конечно, я надеюсь, мы друг друга дополняем. Во всяком случае, она меня точно, как бы, прожили мы уже совместно сколько? Сейчас идет 21 год. Второй. Вот. И на протяжении жизни там, поддержку я там четко ощущаю с своей стороны. Вот, надеюсь, что это не надеюсь, а уверен, что это взаимно, да, там, и еще хотел продолжить мысль, которую начал Роман касательно Клары Цепки. Мы сейчас все видим, да, что там происходит, почему-то у меня сегодня эта мысль в голове крутилась. Еще несколько лет назад, мы все там все же за рулем ездили. Ну, многие водители там все равно пешеходы видят. Мы всем смотри, баба поехала, значит, за рулем газели. Ха-ха-ха, ничего себе. Сейчас вот практически они там водители маршрутки, водители такси. Это вообще как норма, это как наш день, да? А сейчас, если мы сейчас встанем, поднимемся, сегодня выходной день, выйдем в торговый центр, что мы увидим? Идет баба с высоко поднятой там, женщиной по головой. Значит, расплачивается с деньгами, за ней будет идти какой-нибудь мужичок с крюченной, с сумочкой. Все, просто идет, произошел какой-то момент, когда мужчины начали вырождаться, и эту нишу женщины просто вынуждены были заполнять собой, своими действиями, своими поступками. Опять же, направленные в большинстве случаев как сохранение домашнего очага и прежде всего удовлетворение материнского инстинкта. Потому что вот сколько я смотрел на женщин и матерей, да, в основном одиночки, вот рвут из-под себя только, чтобы ее ребенке, дочери или сыну было хорошо. Все. Другого не дано. Особенно в раннем возрасте. Попозже они там уже начинают отпускать. Ну вот, у меня как бы все. Мой взгляд на женщин такой. Это сложный вопрос. Я даже не подглядываю. Не, я не подглядываю. Прогуглил. Моя очередь, да? Ну да. Ты можешь отказаться или нельзя отказываться? А, нет, ну... Мне сказали, мне приказали, я ты был. Не, Алексей, надо сказать. Я а все уже высказали? Нет. Какой я Владу уступи сначала своего жизни? Заразился, да? Не, Влад, он терпелец. Поэтому... Он же эксперт в этой области, он просто нам даст. 8905, да. Его ответ это точно последняя дистанция. Женщина, да? Женщина это такой же, а может быть в большей степени объемное понятие, как и мужчина. Да? И если мы сейчас не говорим о разнице между женщиной и мужчиной, то хотелось бы начать с того, что женщина, так же как и мужчина, должна быть личностью. То есть хотелось бы, чтобы женщина, так же как и мужчина, была личностью, с которой самое, что есть на свете приятное, это общение, можно было общаться. Если мы сейчас говорим пока без разделения на половые признаки. Поэтому женщина для меня это личность. И она может быть яркой личностью, состоявшейся личностью, или не может. Ну, на определенный момент не быть таковой. Дальше, если мы говорим уже в контексте о взаимоотношениях с мужчиной, то женщина это в первую очередь, конечно, человек, который может дарить жизнь. Да? И вот ты, Ром, отмечал, что женщина это, конечно же, и она раскрывается максимально, да, и она сотворяет это таинство, из-за которого мы вообще существуем, да, вот человеческий род, это рождение детей, вот. Вот на втором месте я бы, конечно, поставил именно вот женственность как материнство. Ну и третье, ну, в призерах, как бы я бы оставил, в призерах, это то, что женщина может сделать мужчину счастливым. То есть женщина именно в союзе с мужчиной, она может сделать его счастливым, он может сделать ее счастливым. Он мужественные качества проявляет, она женственные качества проявляет. Да? Он целеустремлен,
она разделяет его цели и ему, его вдохновляет, чтобы эти цели осуществлять. Он проявляет силу, она проявляет свою слабость, чтобы он больше свою силу проявлял. Вот. Она создает ему эмоциональный фон, да, в котором он растворяется и кайфует, и балдеет, и считает себя счастливым. А он защищает ту атмосферу, где она создает, тем, что он общается с внешним миром и проявляет себя как защитник, если вдруг угрозы этого, этой атмосферы возникают. То есть можно сказать, что женщина и мужчина, они как бы созданы друг для друга, чтобы делать друг друга счастливыми. Да. Да. Ну вот, в этом мой ответ. Гармония. Почему ж тогда несчастлива? Вот сейчас ответ. Ответ у эксперта. Ну подожди, но это кому? Не, вот сейчас эксперт, подожди, это, пусть эксперт скажет. Эксперт, пожалуйста. Да, но мужчина, женщина, правильно? Но мы... Вот это но. Решение. Решение, да? Неизвестно, почему вот так уныло меняется, да? Нет. А здесь вот Иван сказал, что он опору переместил из себя в женщину. И говорит, я и три раза сказал, что он надеется. Но слово надеется такое, что может произойдет, может не произойдет. Ну, скажем так. Я пойду на крышу, полезу без страховки, и я надеюсь, что я оттуда не долбанусь. Но я могу долбануться, могу не долбануться, скажем так. То есть, опять, 50 на 50. Но мы до этого говорили о чем? Что мы должны как... Ну, не то, что должны, а целесообразно делать так, чтобы никто твое ничего не забрал. Ну, соблюдать баланс. И вот ну, то, что я услышал, опора какая есть? Внешняя? Ну, машина, мне работа. Кажется, докопался до слова, мне кажется. Внутренняя. Ну, мне понравилось. Мне понравилось, да, тоже. Да. Не, опора прежде всего внутренняя. То есть, то, что материальное, это бывает, нечто другое. Да нет, опираться на что угодно можно. На друзей, внешний опор, на женщину опираться. Никто же это не запрещает. Но Алексей, он говорит, у меня больная тема, что там, допустим, больная. Поэтому нет. У нас было как? Каждый спрашивает, что хочет. Вот он спросил. А Роман поругал, что говорит, надо, если вас спросили, более серьезно как бы отвечать. Поэтому отвечаю я. Роман сегодня ругает всех. Всех ругает? А я думал, только меня. Ну, настроение сегодня такое. Ну и что? Ему можно сегодня. И вот мы получаем женщину. Из чего мы ее получаем? Что сначала есть девочка, потом девушка, потом женщина. Ну, как бы, и каждый